Здравствуйте, меня зовут Максим. Я технический инженер компании Hubert. Сегодня я хотел бы поближе познакомить вас с нашим котлом HB-DY. Сборка данного котла уже налажена на нашем производстве, недалеко от города Ступино. После сборки каждый котел обязательно проверяется на стенде, а именно изделие подвергается гидравлическому испытанию максимальным рабочим давлением и проверяется на герметичность по газу при работе горелки. Сотрудник, который принял участие в сборке и проверке оборудования, несет ответственность за качество выпускаемой продукции. У каждого котла есть уникальный номер, по которому мы всегда можем определить, когда и кем собирался котел. DY – это в первую очередь народный продукт, который проектировали исходя из фундаментальных требований к котельному оборудованию, таких как комфорт, безопасность и надежность. Предлагаю вам более детально разобрать каждое из этих требований. Начнем с надежности. Одним из самых важных узлов в котле является теплообменник. В котле DY первичный теплообменник из высококачественной меди, покрытый защитным слоем силумина, сплав алюминия с кремнием. Данный слой продлевает срок службы теплообменника, так как защищает от воздействия агрессивных сред, которые в процессе эксплуатации при определенных условиях могут воздействовать на теплообменник. Вторичный теплообменник из нержавеющей стали. Данный материал уже долгое время на рынке отопительного оборудования успешно выполняет функции по приготовлению горячего водоснабжения. Полностью латунная гидрогруппа и соединение без использования пластика. Плата управления имеет свои защитные механизмы, позволяющие ей стабильно работать при перепадах напряжения. В случае, если параметры электроснабжения дойдут до критических показателей, во избежание выхода из строя электрических элементов, автоматика заблокирует работу котла с выводом соответствующей ошибки на дисплей. Насос выполнен из надежных, проверенных временем материалов. Имеет керамический вал и механическую регулировку мощности с тремя ступенями. Ну и, пожалуй, самое вкусное. Гарантия на котел 5 лет. При условии правильной эксплуатации и проведению ТО каждый год, как прописано в нашем законодательстве. Что касается сервиса, компания имеет широкую сервисную сеть по всей России, которая стремительно растет. Более того, мы регулярно проводим обучение монтажников и сервисных специалистов. Наши партнеры в любой момент могут получить техническую и сервисную поддержку. Пришло время поговорить о безопасности. Для эффективной диагностики автоматика котла оснащена датчиками для контроля каждого узла. Таким образом, при выходе из строя оборудования это позволяет точно определить, в чем неисправность, что упрощает эксплуатацию. Например, ошибка при недостаточном давлении теплоносителя. Такую проблему потребитель может решить самостоятельно, подпитав систему отопления. В остальных, более сложных случаях, конечно, лучше вызвать профессионалов, так как самостоятельный ремонт может привести к дополнительному материальному ущербу и вреду здоровью. Закрытая камера сгорания упрощает требования к помещению по части вентиляции, исключает попадание продуктов сгорания в помещение и сжигание кислорода из помещения, что является преимуществом в сравнении с атмосферными котлами. Подключение к дымоходу на приток и дымоудаление стандартных размеров 60 на 100. Есть защита от замерзания. При фиксировании температуры 7 градусов и ниже включается горелка и подогревает систему отопления. В случае прекращения подачи электроэнергии котел запоминает, в каком режиме и с какими параметрами он был. Следовательно, при возобновлении питания продолжает работать, как и до отключения. При отсутствии циркуляции по системе отопления открывается встроенный байпас. Его функция – обеспечить циркуляцию теплоносителя в таких случаях. Это помогает защитить теплообменник и насос. Поговорим и о комфорте. Интуитивно понятное меню с кнопками регулировки. Информативный дисплей с отображением состояния котла. Камера сгорания проклеена уплотнителем, а боковые стенки – термоизолирующим материалом, что обеспечивает низкий уровень шума и исключает избыточный нагрев боковых стенок. Данный котел прошел проверку временем в Казахстане, занял лидирующую позицию на рынке и зарекомендовал себя как надежный, безопасный и технологичный прибор для создания комфортных условий в каждом доме. Все это позволило компании Hubert успешно стартовать в государственной программе импортозамещения с размещением новой производственной линии на территории особой экономической зоны Ступино квадрат. Котел DY занял достойное место среди газового оборудования России.